Бакинский шопинг-фестиваль продолжает набирать популярность. Увидеть крупнейшее событие в области торговли, развлечений, гастрономии и моды. В столицу Азербайджана приезжают все больше туристов. Мы увидели, что проходит фестиваль, выбрали несколько товаров и решим, что выбрать, купить и повезти домой. В течение месяца на время проведения фестиваля в Баку можно осуществить шопинг в десятке магазинов, 6 торговых центров. Скидки вместе с действием системы НДС достигают 70%. Количество посетителей увеличилось насчет системы tax-free и наших скидок. Еще я добавлю, что посещаемость туристов очень сильно увеличилась. Жители Баку ждали проведения первого торгового фестиваля не меньше, чем туристы. Ведь во время проведения шопинг-фестиваля хорошие предложения можно найти даже на продукцию известных брендов. Я считаю, что это очень хорошая возможность, которую предоставили как жителям страны, так и приезжим, так как у нас сейчас намечаются исламские игры и на самом деле очень много туристов. Эта система, которую они имели, tax-free, тоже действительно, у меня есть знакомые, которые работают вот в этих организациях, они действительно говорят, что очень многие туристы покупают, и эта система, все очень довольны. Бакинский шопинг-фестиваль удивляет не только максимальными скидками в своих блистательных торговых моллах, но и предлагает своим гостям и жителям большую культурную программу международного уровня. Концерты поп-звезд, музыкальные и театральные постановки, а также уличные шоу. Окунуться в атмосферу бакинского шопинг-фестиваля можно и в древней части города. На время проведения фестиваля гостей здесь ждут национальные торговые павильоны, различные развлекательные программы, а десятки кафе и ресторанов предлагают самые изысканные блюда азербайджанской кухни. Хайла Мамедова, Илькин Шафиев, Эльман Набиев, CBC.